Самую горячую тему лета – дорожные ремонты – сегодня обсудили на президиуме правительства Красноярского края. Губернатор Михаил Котюков заявил ответственным за работу чиновникам, что нарушение сроков недопустимо. Сейчас уже середина лета, уже даже больше, чем середина лета прошло. Казалось бы, все работы должны быть развернуты максимально, а где-то уже и завершены. Но далеко не на всех объектах ситуация обстоит так, как хотелось бы. Ключевое то, что у всех на глазах, конечно, город Красноярск. Мы видим Копылово, это просто в глаза бросается всем. Сколько месяцев без асфальта, асфальт начали стелить, теперь он поплыл. Улицу Копылова начали переделывать на прошедших выходных. Свежеуложенный асфальт дорожники срезали в нескольких местах. Подрядчик делает это за свой счет, потому что работы были выполнены некачественно. Напомню, всего в Красноярске в этом году должны отремонтировать порядка 100 километров асфальта. О ходе работ на дорогах регионального значения сегодня доложили представители Краевого министерства транспорта. Среди крупных проектов второй и третий этапы реконструкции трассы Красноярск-Элита, а также реконструкция дорог в Енисейском и Матыгинском районах. В этом году объем средств, выделенный на выполнение в Красноярском крае работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», составил свыше 11 миллиардов рублей.